Мы находимся сейчас в дошкольном отделении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы номер 22. 1 сентября мы с огромным удовольствием приняли наших деток. Детский сад открылся на 4 группы. Все, что необходимо для того, чтобы обеспечить полноценное дошкольное образование, у нас есть. Детский сад укомплектован по последнему слову техники. Все требования федерального государственного образовательного стандарта, который применяется к дошкольному образованию, здесь соблюдены.